Всем привет! Созрел ролик именно для мастеров, кто пользуется машинкой Версаль, то есть китайкой. Что делать, если вот у нас нитка вышла, все знают об этой теме, нужно заправить. Используется либо проволочка, у каждого мастера она есть заготовленная, с загнутым крючком, чтобы можно было продевать. В данном случае я также использую таким же механизмом. Просто стяжка, ее вот ножницами разрезаем вдоль. Получается вот такая вот беда. Вот с таким вот, в конце просто ножничками сделал крючочек. И таким макаром ее сюда вставляем, выводим вверх. Вот видишь. Просто зацепляем ниточку и убираем обратно. Все, вот у нас как бы нитка уже заведена. Но есть еще один способ. Вот такой. Что если нет или где-то потерялось? Бывает такое, что где-то повесил эту вот беду и забыл, где она. Берем просто нитка для ручной прошивки. Тоже есть у каждого мастера. Вощеная. Я предпочитаю именно плетенку. Не крученную, а плетеную нить. Она вощеная. Она держит, так сказать, нагрузку. Мы просто берем ее, то опускаем. Помогает в любой момент. Можно просто заправить, выкинуть. Опустили. Где у нас? Ну, ножничками там вывели вот отсюда. Вот. И все. Получается, мы стыкуем прошивную нить для машинки с той нитью, которая для ручной. Вот, все, выводим. Вот и все. Но я уже давно забыл про всю эту тему, потому что есть еще один метод, который заинтересует многих. Вот у нас нить с припуском вышла. Без вот этих всех приспособ мы просто берем нитку. Вставляем туда, ну, насколько войдет, не принципиально, там, сантиметра 3-5, сколько влезет, столько влезет. Вот она вся наверху. Опускаем игловодитель максимально вниз. Вот. Нитка при этом, вот у нас, грубо говоря, в руке. Все, просто втягиваем в себя, и нет никаких проблем. Вот это вот ничего не надо. Китайка приспособлена как раз для такой системы. Вот это все остальное, это лишнее. Там прямой игловодитель, он упирается только вот здесь. Вот, так что этого всего будет достаточно, чтобы вывести нитку и ничего вот это вот не ковырять и не выдумывать.